Сборы возглавил главный военный комиссар Кемеровской области Герман Воробьев. Участники встречи подвели промежуточные итоги выполнения указов президента. Кроме того, главный военком дал оценку состояния мобилизационной готовности, которую продемонстрировали военный комиссариат Ленинска и Белова. Военные комиссары посетили мемориал воинов и тружников тыла, где возложили цветы. Как всегда, в почетном карауле стояли юноармейцы. Герман Воробьев отметил, что военно-патриотическое воспитание в Ленинске и Кузнецком проводится на хорошем уровне. Об этом говорит и тот факт, что 16 мая из Кемерово состоялась отправка кузбасских парней, которые будут нести службу в президентском полку. Среди них есть и ленинско-кузнецкие призывники. Здесь чувствуется и преемственность поколений, и передача того доброго, хорошего, которое предыдущими поколениями было наработано. Оно не уходит в землю, оно передается из рук в руки. И вот сегодня даже на возложении и отдании дани памяти погибшим бойцам мы стояли плечом к плечу с юнармией, с теми парнями и девчатами, которые готовятся, да, я уже считаю, готовы защищать наше Отечество. Это влияет на качество призывников, так скажем? Это влияет на качество наших людей, на качество и отношение к жизни, отношение к людям молодого поколения.